Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Check-in Time, и сегодня мы отправляемся в Турцию, страну известную, прежде всего, как один из самых востребованных курортов. Здесь не только красивые пляжи и уникальная природа. Страна имеет богатую историю, которая отражена в архитектурных достопримечательностях, а часть памятников гораздо старше, чем египетские пирамиды. Два из семи чудес света также находятся в Турции. В Турцию приезжают отдыхать. Особенной популярностью пользуются средиземноморские курорты, так как здесь теплое море, ухоженные пляжи, отличный сервис и огромный выбор развлечений. Пляжный отдых можно чередовать с познавательным. В каждом регионе есть достаточное количество достопримечательностей, которые можно посмотреть. Многоликая Турция – страна четырех морей. Для тех путешественников, которые любят, чтобы было погорячее, идеально подойдет южное побережье Средиземного моря, например, Мармарис или Анталия. Ничего не пропустить – легко. Подписывайтесь на наш Телеграм. Западный берег Турции – Кушадасы и Бодрум – порадует молодежь, а север – с привычным для жителей Европы Черным морем – идеально подойдет для тех, кто приемлет мягкий климат. Северо-западная граница Турции омывается Мраморным морем. Здешние курорты славятся рыбными рынками и бальнеологическими курортами. Оптимальным соотношением цены и качества порадуют туристов зимние курорты. Сезон катания на лыжах и бордах открыт с декабря по март, а наша подборка отелей на сегодня выглядит вот так. Приветствуем вас в Калиста Лакшери Резорт, пятизвездочном отеле, где роскошь, комфорт и безупречный сервис сливаются воедино, создавая атмосферу незабываемого отдыха. Расположенный на живописном побережье Белика, Калиста Лакшери Резорт – это настоящий райский уголок, где каждый найдет для себя идеальное место для отдыха. Отель предлагает своим гостям номера и виллы, оформленные в современном стиле с использованием высококачественных материалов. В каждом номере есть все необходимое для комфортного отдыха, удобная кровать, кондиционер, Wi-Fi, спутниковое телевидение, балкон или терраса с видом на море или сад. Для семей с детьми предусмотрены просторные семейные номера и виллы. На территории отеля вы найдете 7 ресторанов и 6 баров, где вас ждет гастрономическое путешествие по всему миру. Отель Калиста Лакшери Резорт расположен на собственном песчаном пляже, оснащенном всем необходимым для комфортного отдыха. Здесь вы можете вволю понежиться под ласковым солнцем, искупаться в кристально чистой воде Средиземного моря, заняться водными видами спорта или просто расслабиться на удобном шезлонге под звуки волн. Погрузитесь в атмосферу безмятежности, где к вашим услугам сауна, турецкая баня, джакузи, массажные кабинеты, а также крытый и открытый бассейны. В Калиста Лакшери Резорт скучать не придется ни детям, ни взрослым. Для детей здесь оборудована игровая площадка, детский клуб и мини-диско. Взрослые же могут заняться спортом в тренажерном зале, поиграть в теннис, волейбол или баскетбол, а вечером посмотреть интересное шоу или потанцевать на дискотеке. Рейтинг этого отеля – 9,8 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 220 тысяч рублей. Представьте себе, вы просыпаетесь под ласковое пение птиц, ступаете босыми ногами на прохладный мраморный пол, выходите на балкон и… Перед вами раскинулась безбрежная синева Средиземного моря. Добро пожаловать в Добеден Бич Резорт Комфорт, пятизвездочный отель, где все созданы для вашего незабываемого отдыха. Добедан Бич Резорт Комфорт находится в живописном поселке Чолоклы на берегу Средиземного моря в 4 километрах от центра Сиды. Отель удобно расположен, чтобы вы могли с легкостью добраться до исторических достопримечательностей, шумных рынков и колоритных лавочек. В каждом номере есть все необходимое для вашего отдыха – удобная кровать, кондиционер, Wi-Fi, спутниковое телевидение и балкон с видом на море или сад. Отель предлагает систему питания «Все включено», так что вы можете наслаждаться вкусными и разнообразными блюдами в одном из 4 ресторанов отеля. Отель расположен на собственном песчаном пляже, где вы сможете вволю понежиться под ласковым солнцем, искупаться в кристально чистой воде Средиземного моря и заняться водными видами спорта. Для детей на пляже оборудована игровая площадка. На территории отеля вам скучать не придется. К вашим услугам – открытый и крытый бассейны с водными горками, спа-центр, где вы сможете расслабиться и восстановить силы, сауна, турецкая баня, джакузи, тренажерный зал, анимационная программа для детей и взрослых, игровая комната для детей и вечернее шоу. Рейтинг этого отеля – 9,8 из 10.
Средняя цена за 7 дней на двоих – 190 тысяч рублей. Пятизвездочный отель «Беллис» расположен в городе Белек на большой территории, окруженной сосновыми деревьями. К услугам гостей частный пляж на берегу Средиземного моря, 5 открытых бассейнов, аквапарк и крытый бассейн. После тренировки в фитнес-центре гости смогут расслабиться в турецкой бане или сауне. Номера отеля оформлены в элегантном стиле и оснащены кондиционером. В них предоставляется бесплатный Wi-Fi. Пол застелен паркетом. В числе удобств всех номеров телевизор, гостиный уголок и балкон. Почти в каждой части отеля можно заказать закуски и напитки. В течение всего дня в отеле открыты 2 ресторана-закусочные, 5 баров и кондитерская. Кроме того, в распоряжении гостей 5 ресторанов с обслуживанием по меню, услуги которых предоставляются за дополнительную плату. На досуге можно посетить зоопарк или центр верховой езды с лошадями и пони. За дополнительную плату проводятся сеансы массажа и спа-процедуры. Помимо этого, в отеле организуют занятия йогой и пилатесом, интерактивные игры, волейбол, теннис и футбол. Рейтинг этого отеля – 9,7 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 240 тысяч рублей. Добро пожаловать в Папилон Зеугмари Лакшери Отель – пятизвездочный отель, расположенный на живописном побережье Белека, в окружении сосновых лесов и лазурных вод Средиземного моря. Здесь вас ждет атмосфера роскоши, комфорта и безупречного сервиса, которая сделает ваш отдых незабываемым. Номера отеля – это оазис стиля и комфорта. В вашем распоряжении будут удобная кровать, кондиционер, Wi-Fi, спутниковое телевидение и балкон или терраса с видом на море или сад. Для семей с детьми предусмотрены просторные семейные номера и люксы. На территории отеля вы найдете 7 ресторанов и 6 баров, где вас ждет настоящий праздник вкуса. А в барах отеля вам предложат широкий выбор прохладительных напитков, коктейлей и вкуснейших десертов. Папилон Зеугмари Лакшери Отель расположен на собственном песчаном пляже, оснащенном всем необходимым для комфортного отдыха. Опытные специалисты помогут вам расслабиться, восстановить силы и зарядиться энергией. К вашим услугам – сауна, турецкая баня, джакузи, массажные кабинеты, а также крытый и открытый бассейны. Для детей здесь оборудована игровая площадка, детский клуб и мини-диско. Взрослые же могут заняться спортом в тренажерном зале, поиграть в теннис, волейбол или баскетбол, а вечером посмотреть интересное шоу или потанцевать на дискотеке. Рейтинг этого отеля – 9,8 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 210 тысяч рублей. Байя Лара отель предлагает своим гостям номера, оформленные в современном стиле со средиземноморскими мотивами. В каждом номере есть все необходимое для вашего комфортного отдыха – удобная кровать, кондиционер, Wi-Fi, спутниковое телевидение и балкон с видом на море, бассейн или сад. Для семей с детьми предусмотрены просторные семейные номера. На территории отеля вы найдете 5 ресторанов, а в барах отеля вам предложат широкий выбор прохладительных напитков, коктейлей и вкуснейших десертов. Байя Лара отель расположен на собственном песчаном пляже, оснащенном всем необходимым для комфортного отдыха. Для любителей активного отдыха в отеле есть аквапарк с горками и бассейнами, а также поле для мини-гольфа. Погрузитесь в атмосферу безмятежности в Байя Лара отель, где вам предложат широкий спектр услуг по уходу за лицом и телом. К вашим услугам – сауна, турецкая баня, джакузи, массажные кабинеты, а также крытый и открытый бассейны. Для детей здесь оборудована игровая площадка, детский клуб и мини-диско. Взрослые же могут заняться спортом в тренажерном зале, поиграть в теннис, волейбол или баскетбол, а вечером посмотреть интересное шоу или потанцевать на дискотеке. Здесь каждый найдет для себя что-то интересное, от вкусной еды и комфортного проживания до водных развлечений. Рейтинг этого отеля – 9,6 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 155 тысяч рублей. Пятизвездочный отель «Вояж Белек» гольф и спа-класса «Люкс», расположенный на живописном побережье Белека, в окружении сосновых лесов и лазурных вод Средиземного моря. «Вояж Белек» гольф и спа – это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть по-настоящему роскошно. Номера и люксы на любой вкус «Вояж Белек» гольф и спа предлагает своим гостям номера и люксы, каждый из которых – это оазис стиля и комфорта. В вашем распоряжении будут удобная кровать, кондиционер, Wi-Fi, спутниковое телевидение и балкон или терраса с видом на море, сад или поле для гольфа.
Для семей с детьми предусмотрены просторные семейные номера и люксы. На территории отеля вы найдете 7 ресторанов, а в барах отеля вам предложат широкий выбор прохладительных напитков, коктейлей и вкуснейших десертов. Вояж Белик Гольф и СПА расположен на собственном песчаном пляже, оснащенном всем необходимым для комфортного отдыха. К вашим услугам – сауна, турецкая баня, джакузи, массажные кабинеты, а также крытые и открытые бассейны. Для детей здесь оборудована игровая площадка, детский клуб и мини-диско. Взрослые же могут заняться спортом в тренажерном зале, поиграть в теннис, волейбол или баскетбол, заняться гольфом на полях чемпионского класса, а вечером посмотреть интересное шоу или потанцевать на дискотеке. Рейтинг этого отеля – 9,8 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 220 тысяч рублей. Инджи Фасилис Бэй – это пятизвездочный отель класса люкс, расположенный на живописном побережье Средиземного моря в Кемере, Турция. Отель, открытый в 2021 году, предлагает своим гостям высококлассный сервис, комфорт и незабываемое впечатление. Отель удобно расположен всего в 5 километрах от оживленного центра Кемера. Отель окружен пышными зелеными садами и имеет собственный выход на частный песчано-галечный пляж. Номера в Инджи Фасилис Бэй просторные, светлые и современно меблированные. Из окон открывается панорамный вид на море или горы. В каждом номере есть балкон или терраса, кондиционер, спутниковое телевидение, Wi-Fi и ванная комната с ванной или душем. К услугам гостей отеля предлагается широкий спектр удобств, включая 8 бассейнов, в том числе 2 аквапарка, 10 ресторанов, предлагающих кухню разных стран мира, спа-центр, где вам предложат различные оздоровительные процедуры, тренажерный зал, анимационная программа для детей и взрослых. Отель работает по системе «Ультра все включено». Это означает, что в стоимость проживания включены не только завтрак, обед и ужин, но и закуски в течение дня, мороженое, сладости, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства. В ресторанах отеля предлагается широкий выбор блюд международной и турецкой кухни. Отель имеет собственный песчано-галечный пляж. На пляже есть бесплатные лежаки, зонтики и полотенца. Также на пляже есть бар, где можно заказать прохладительные напитки и закуски. В отеле всегда есть чем заняться. В течение дня гостям предлагается участие в спортивных мероприятиях, играх и конкурсах. Вечером в отеле проходят развлекательные шоу, концерты и дискотеки. Рейтинг этого отеля – 9,9 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 280 тысяч рублей. Макс Ройл Белик Гольф энд Спа – это не просто отель, а настоящий райский уголок на берегу Средиземного моря, где роскошь, комфорт и безупречный сервис сливаются воедино, создавая незабываемое впечатление. Отель раскинулся на обширной территории в живописном районе Белик, известном своими песчаными пляжами, пышными сосновыми лесами и полями для гольфа мирового класса. Макс Ройл Белик Гольф энд Спа предлагает своим гостям номера, оформленные в современном стиле с использованием высококачественных материалов. Из окон открывается панорамный вид на Средиземное море, горы Таурус или ухоженные сады отеля. 7 ресторанов предлагают блюда различных кухонь мира, а также главный ресторан с богатым шведским столом. Отель имеет собственный песчаный пляж, оборудованный всем необходимым для комфортного отдыха. В отеле есть 7 открытых бассейнов, 2 крытых бассейна и аквапарк с водными горками. Макс Ройл Спа предлагает широкий спектр процедур по уходу за лицом и телом, а также турецкий хаммам и сауну. Тренажерный зал, фитнес-центры, теннисные корты, поле для гольфа, водные виды спорта. Здесь есть все необходимое для того, чтобы дети и взрослые прекрасно провели время. Также роскошные номера, уединенные виллы и безупречный сервис создадут незабываемую атмосферу для пары. Рейтинг этого отеля – 9,9 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 290 тысяч рублей. Арум Барут Коллекшн – это пятизвездочный курортный отель, расположен прямо на пляже в Сиде. К услугам гостей номера с телевизором и собственным балконом. К услугам гостей открытые бассейны, поле для мини-гольфа и спа-салон. Гости могут посещать пляжи только для взрослых. Номера отеля оформлены в современном стиле и обставлены деревянной мебелью. Во всех номерах есть гостиный уголок и ванная комната. Для удобства гостей в отеле предоставляется услуга подготовки постели ко сну. В главном ресторане на завтрак
Обед и ужин сервируется шведский стол из блюд интернациональной кухни. В ресторанах с обслуживанием по меню отеля подают блюда традиционной турецкой и средиземноморской кухни. В пекарне можно заказать домашнюю выпечку и свежий кофе. Гости могут заказать веганские, безлактозные блюда и блюда без глютена. В распоряжении гостей отеля широкий выбор оздоровительных и косметических процедур, а также крытый бассейн, турецкая баня и сауна. Команда аниматоров организует ежедневные мероприятия и шоу с живой музыкой и танцами. Дети могут весело провести время в детском клубе или в детском бассейне с водными горками. Рейтинг этого отеля – 9,9 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 243 тысячи рублей. Курортный спа-отель «Каса де Морис» расположен буквально в нескольких шагах от побережья. К услугам гостей номера с балконом, кондиционером и телевизором, транслирующим спутниковые каналы, а также открытый бассейн, частный пляж и бесплатный Wi-Fi. Все номера курортного спа-отеля «Каса де Морис» оформлены в современном стиле в пастельных тонах. В числе удобств каждого из них мини-бар и собственная ванная комната. Из некоторых просторных люксов открывается вид на море. В многочисленных ресторанах курортного спа-отеля с обслуживанием по меню и по типу шведский стол сервируют блюда традиционной и интернациональной кухни, а также блюда из морепродуктов. В снэк-баре у бассейна и в пляжном снэк-баре предлагают разнообразные закуски и напитки. В собственной кондитерской можно попробовать различные виды выпечки. В спа-центре работает турецкая баня и сауна, а также предоставляются услуги массажиста. Кроме того, в распоряжении гостей тренажерный зал и детская игровая площадка. Курортный спа-отель находится менее чем в 3 километрах от центра города Мармарис и в 100 километрах от международного аэропорта Даламан. Рейтинг этого отеля – 9,3 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 180 тысяч рублей. Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша подборка отелей в Турции. Мы надеемся, что она была вам полезна и помогла определиться с выбором. Если вы уже успели побывать в одном из этих отелей, обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях. Расскажите, что вам понравилось, а что нет. Ваши отзывы помогут другим путешественникам сделать правильный выбор. А для тех, кто еще только планирует поездку в Турцию, мы напоминаем, что ссылки на перечисленные отели можно найти в описании к этому ролику. Спасибо за внимание! Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!